Так, здравствуйте, дорогие мои подписчики моего канала. Всем привет, всем хорошего вечера и хорошего настроения вам, девчата и ребята. Всем, кто приходит на мой канал. И самое главное, я всем хочу пожелать здоровья. Прежде всего, сегодня я была в Экспрессе, ну и купила небольшие покупки. То, что я вам говорила вчера, вот он, такой вот. Такая формочка для запекания. Сегодня я хочу запечь в ней курочку. Я курицы купила, я выкладывала вчера в этом, как в курином доме, и хочу сейчас запечь в духовочке вот такой формочке курочку. Она стоит 199 рублей. Вот. Сейчас я опять. Ну, то же самое, что я читала и в тортнице, в той, что ее нельзя мыть абразивными и железными щетками, вот, только жидкими и губочкой. Да, все так же. Жидкие средства и мягкие губки. Посуда вот такая. А кто у нас? ООО «Торговый дом Совко», Москва. Да, это московская. Завод-производитель Демидовский. Официальный распространитель Москва. А завод-производитель здесь Россия, Свердловская область, город Камен-Уральский, улица Заводская. Вот кто. Это завод-производитель. Завод Демидовский. А уже вот это распространяет торговый дом Скоково какой-то. Скоково. Вот так. Так что вот такой я купила себе. Вчера пожалела денежку, а сегодня я пошла и купила. Также я еще купила себе вот такой заварничек, чайничек. Правда красивый, красавица. Вот он. Очень красивый, мне понравился. Вот. 199 рублей. Стеклянный. Здесь сеточка. Здесь нет пластика. У меня в старом вот здесь был пластик. И я всегда, когда чай заваривала, думала о том, что пластик. И всегда думала, я его ем. Вот честно говорю. Здесь одно стекло и вот это все железное. Это очень хорошо, мне нравится. Объем я сейчас скажу, какой 600 миллилитров. Вот здесь такая вот прям мягенькая подставочка. Вот это, видите, она такая, как присосочка. Как присосочка вот это. Так, а кто завод-производитель у нас? Если я увижу, конечно, товарищи. Так, Московская область, город Химки, улица Победы, дом 11. Это импортер, а производитель у нас сейчас. Ой, опять, наверное, Китай. Да. Да. Бизнес. Янь. Короче, это не наша. Не мы, не российская. Импортер России, Московская область, город Химки, а это китайское производство. Не наша. Нержавеющая сталь, термопластическая резиночка. Ну, здесь ее нет. Здесь просто ситочка вот эта хорошая. И здесь она прям вот прикручивается. Такой болтик маленький. Прям очень хорошо. Я обновила. Хочу в нем заваривать теперь. А то хочу выкинуть. Вот. Вот такая сет здесь. Вот. И вообще вот, красавец. Мне так понравился. Так, еще что. Вот этот у нас кондиционер для белья. Запах такой. Ой. Необыкновенный запах. Хороший. Вот такой.
Я купила, я постоянно там беру кондиционеры для белья. Вот. Кто производитель? Сейчас посмотрим, кто производитель. Я, конечно, если я найду. Производитель у нас... Так, Рязанская область производитель. Да-да-да, вот. Город Рязань, Южный, промузел, дом 6А и так далее. Адрес производства. Да, это Рязань. Рязань, Рязань. Это хорошо, очень, когда свое, родное. Итак, еще одна покупка, это вот такие полотенчики. Я постоянно там беру, тоже вот эти по 99 полотенчики. Очень хорошо. Если что, взял, выкинул. Очень удобно. У меня уже начатое есть, я не буду начинать. Я всегда запас беру, чтобы всегда у меня были вот эти полотенчики. Ну, еще я себе купила вот такой. Первый раз я беру вот такой ночной крем. Сыворотка. Взяла, не знаю, девчата. Может, кто-то пробовал, брал. Здесь написано очень много что. Гиалуроновая кислота плюс комплект экстрактов алтайских трав. Разглаживает морщины, повышает упругость кожи. 100% натуральные вещества, ингредиенты. Ну, это я хочу, девчоночки, кто брал, может быть, кто пробовал вот эту вот алтайскую ночную сыворотку от морщин, скиньте, пожалуйста, комментарии под это видео. Может, кто пользовался, я первый раз взяла. Мне интересно, там сейчас какая там коробочка, я сейчас разверну. Какой тюбик. А, вот, видите, какая она. А, вот, снимается. И вот так нажимается. Сейчас вот так сделаю. И что? И я не вижу. А, вот, пошла. Вот она. Вот она. Вот так нажимается. Воздух был. Сейчас мы понюхаем. Ой, а запах, правда, приятный. Очень приятный запах. Ну, как она будет действовать, эта сыворотка? Вот в таком она флакончике. Вот так нажимаешь ее. Уже я же показывала, вот так нажимаешь вот на эту пипочку. Сейчас мы посмотрим, кто производитель. Если я увижу без лупы. Куда-то подевала свою маленькую лупу, девчонки. Даже не, без нее. Сегодня хотела еще раз купить это увеличительное стекло. Думала, куплю. И вот я забыла купить. Так, импортер Беларусь. Да-да-да. Беларусь. Ну, белорусские бывают очень хорошая косметика. Очень хорошая. Я много раз брала белорусское. И скажу, что да, мне нравится. Но не все, некоторые. Так что вот такую я себе купила. Буду пробовать. Если я первая, то я вам все расскажу, как она помогает или нет. Написать-то все можно. А вот в действительности, что это? Вот. Написать все можно, бумага вытерпит. А вот как она это вот будет? Действительно помогает эта сыворотка для лица, для кожи нашего личика. Так что вот так, девчонки, такие покупочки. А, нет, не все. Опять я поспешила. Дело в том, что я снимала видео, делала там хлеб. Когда делают там, мне сказали, что вы пользуетесь старым замызганным бокалом мерным. Ой, ну как я к ним привыкла? Ну вот немало привыкла, без него я как без рук. До этого я себе покупала, это в Экспрайсе я покупала. Вот он мне лежит, но я им очень редко пользуюсь, не знаю. Все так, измеряла вот по этому бокалу, который замызганный, ему уже потресканный, он мне потресканный, бедненький. И вот тут отскочил, и тут разломанный. Ну я к нему привыкла, но я люблю его. Как вот
Приросла я к нему. Просто-напросто приросла. Уже все прям знаю, где какая мерочка, сколько. А к этим бокалам, вот этому бокалу я мерному, ну никак не привыкну. А сегодня взяла еще. У меня там даже еще есть, я брала еще когда работала, у меня тоже мерные стаканы, но я ими не пользуюсь. А сегодня купила еще, помимо того, что у меня вот этот, вот, был, я все еще купила. Вот такие два, но это не в экспрессе, девчонки, брала я. Это брала на другом магазине. О, ну, не знаю, привыкну я к нему или нет. Понимаете, вот есть такая привычка, когда готовишь на кухне, уже вот эти вот посуду, ты к ним привыкла, она твоя родная, да? А вот покупаешь новую, как долго привыкаешь ты к ней, это невозможно. Даже вот, вот не узнаю, я привыкла к своей посуде, той, которой пользовалась. Вот не знаю, соответствует, буду мерить по тому стакану, вот по этому старому замызганному, я проверю. Потому что есть же, когда новый покупаешь, и расходятся все эти мерки и в миллилитрах, и в граммах. Вот. И я еще на весах взвешу. Проверю я их. Если будет действительно все так, как написано, и будет и с этим стаканом, то, конечно, буду начну пользоваться. Но мне стыдно даже стало, когда мне сказали, что вы пользуетесь таким плохим бокалом. Да привыкла. Вот привыкла я к нему. Я готова была его, наверное, склеить бы и все, только чтобы он у меня был. Вот. Но вот этим бокалом я раза 4 пользовалась, 5, наверное, вот этим мерным стаканом. Я пользовалась, наверное, ну, раз 5 от силы. Вот он у меня стоит без дела. Ну, еще купила. Ну, не знаю, что получится. Ну, вот такое маленькое видео, небольшое. Я рассказала о своих покупках, о своих... к своей привычке, к своей привязанности к этим, вот к этому мерному стакану, к моему бокалу, который весь уже потрескался. Этому уже 2 года и новыми. Вот так. Вот такое видео я сняла. Пообщалась, поговорила с вами. Сегодня я выложила много видео, где я была, где попросили меня снять. Вот так вот. Ну все, пока-пока, счастливо всем. Я буду радовать вас видео, какие я буду снимать. Вот. Насущие проблемы, такие, которые интересуют вас, меня интересуют, встречаются на моем жизненном пути, которые каждый день у нас происходит что-то, то одно, то второе. Вот. Я буду это снимать, рассказывать. И добиваться в мере моих возможностей. Помогать людям, работникам, помогать людям, которые действительно бывают в трудной ситуации. Вот. Так что все. Подписывайтесь на мой канал. Я очень буду рада вашим комментариям и минусам, и плюсам. Потому что я только начала, ну уже я 3 года там на канале. Но все равно, я пока еще многого не знаю. Я только учусь. Поэтому люди, которые мне пишут отрицательное что-то, пусть подумают, что сначала человек учится. Он проходит школу, он проходит все. И начинает потихонечку, потихонечку, как говорится, укрепляться, развиваться. Вот. Не все рождаются вундеркиндрами. Не каждый может быть просто так вот взять и на камеру что-то сказать. Это не каждый сможет. Просто мы пока учимся. И я желаю всем здоровья прежде всего. Все, счастливо всем. И самого дорогого вам хорошего здоровья. Всем-всем-всем.